Новый статус индивидуального предпринимателя торговцам рынков будет присвоен уже с начала нового года. Для удобства бизнесменов 14 промо-пунктов установили, что называется, в эпицентре торговли. Прямо на территории 26 крупных алматинских базаров из 60 имеющихся. Там, где их нет, налоговые консультанты, а их ни много ни мало 100 человек, знакомят продавцов с новыми правилами торговли на месте. Для тех, вот, кто, у кого есть ИП, можно работать по двум этим. Это патент и упрощенная форма. Нина Коновалова на центральном вещевом рынке, известном в народе как барахолка, торгует не один десяток лет. Все это время ее отношения с рынком регулировались на уровне разового талона. Женщина признается, бизнес – штука непредсказуемая. Когда густо, а когда не совсем. Бывало, уходила домой, не продав ни одной вещи. А платить за талон все равно приходилось. Потому сразу поспешила на прием к консультанту, чтобы зарегистрировать ИП. Мне бы хотелось сказать большое спасибо. Все это очень удобно. Здесь все мы можем приобрести. Никуда не нужно выходить, нигде не стоять в очереди. Все на месте. Большое спасибо всем за организацию. Индивидуальный предприниматель звучит не только гордо. Новый статус позволит не только освободиться от гнета фиксированных выплат за талон, который зачастую несоизмерим с реальным доходом, но и станет гарантом достойной старости и социальной защищенности, уверяют налоговики. Это возможность торговцам работать цивилизованно, также пользоваться преимуществами, как и все другие индивидуальные предприниматели. То есть мы их вытаскиваем на нормальную предпринимательскую среду, где они могут вести свой учет, хоть и упрощенный, выписывать покупателям документы, те же накладные, договора и так далее, и так далее. И прежде всего они станут участниками пенсионной системы, социального страхования. Они могут за себя пенсионные активы собирать, начислять. Широкомасштабная акция осуществляется при непосредственной поддержке работников консалтинговой службы. Представители Алматы Трейд Консалтинг помогут оформить и зарегистрировать документы в течение 3 рабочих дней. При этом никакой волокиты, минимум документов. Получить свидетельство, удостоверяющее получение статуса ИП, можно будет здесь же. По оценкам налоговиков, порядка 25 тысяч торговцев получат статус индивидуального предпринимателя до конца года. Для этих целей была создана с участием акимата города Алматы в уставном капитале наша компания. Цель нашей компании – помочь каждому торгующему зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и в дальнейшем оказание консалтинговых услуг нашим клиентам. Кроме всего, данная акция позволит легализовать рабочие места на городских рынках, а также сделать прозрачными доходы работников. Жазира Сайдахмедова, Искандер Тогуспай, телеканал Алматы.